Добрый день! Сегодня я готовлю пиццу, чтобы тесто было упругим, надо его покидать и вот так, хопа, хоп, 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 мастер-класс из Потеряевки для вас. Приготовила все противни, которые есть у меня, сейчас тесто буду раскладывать. Всем, мы решили сделать пиццу, мама сделала тесто, потом мы намазали томатной пастой, нарезали лизунец, посыпали. Лизунец — это такой лук. Папа... Слизун. Да, слизунец. Слизун. Слизун. Папа, когда ходил по стеклов на поле, собрал, вот, нарезали слизуна, потом... сосисками, колбаской, и тут вот украшаем дальше. У тебя что, просто так? Улыбка. А где у тебя улыбка? Глаза у нас вот. Сколько у вас пицц? Так, у нас... пять? Каждому по пицце? Ну да, наверное. Вот испеклись наши пиццы, одну мы уже съели, одна подгорела. Здесь вот еще яички добавили. Прямо сырые я перемешала и добавила по чуть-чуть. Ну вот так вот. Нам хватит на пару дней.